На продаже свежий Passat B8 полностью в родной краске, хорошей комплектации и красивого небесного цвета. Авто 2016 года с дизельным двигателем 2.0. Passat B8 базируется на платформе MQB, а если точнее, на ее увеличенной версии, так что технически он близок к Гольфу 7 и Тигуану. Проблем с коррозией пока нет даже на самых пожилых экземплярах. B8 получил множество различных современных систем и ассистентов. Например, у европейских машин в базовом оснащении уже есть электромеханический стояночный тормоз, дополненный функцией Auto Hold, система курсовой устойчивости, 6 подушек безопасности, система контроля давления в шинах. У нас же, повторюсь, версия заряжена на ура. По железу двигатели крепкие, надежные, что 1.6, что 2.0 дизель. Особых болячек не имеют. Функциональность выше всяких похвал. Недаром этот авто имеет наибольший объем багажного отделения в классе. Подвеска жестковатая, но это обеспечивает лучший контакт с дорогой. Очень крутой свет, приятный адаптивный круиз, сам подтормаживает, сам набирает скорость, сам держит дистанцию. Приезжайте на тест-драйв.